Привет всем аквариумистам. В общем, у меня в аквариуме завелась бяка. Мои рыбки заболели ихтиофтериозом. Это манка. Оно проявляется как такие мелкие песчинки на теле у рыбы. Я не знаю, будет ли видно сейчас. Особенно вот эти блюкоровы у меня рыбки. На них хорошо видно, но они сейчас очень активные. В общем, кое-где еще на хвостике вот мелькают у рыбки. Вот. На одном из меченосцев, вот у этого меченосца я тоже заметила. Может, на камеру этого, конечно, не будет видно. На плавничках, на теле есть такие белые пятнышки. Вот, сегодня я быстро помчалась в зоомагазин, купила вот такое вот средство. Это именно средство от ихтиофтериоза. Вроде бы в интернете хвалили. Вот буду сейчас пробовать им лечить. Короче, вот я его развела в аквариумной воде. И сейчас буду добавлять. Рыбы думают, я их буду кормить, но нет. Я вам, рыбки, буду доливать лекарства. Так, не знаю, вода будет зеленого цвета. Как-то это все надо размешать. Не знаю, как, рукой, может быть. Я из фильтра вот совсем все другого цвета стало. Я из фильтра вынула карбон, такие черные камешки, углерод, да, чтобы оно не фильтровало мне именно само лекарство. Вот. Здесь по инструкции нужно выждать 48 часов, потом добавить еще такую же дозу. Получается у меня 15 мл на 60 моих литров аквариумной воды. Затем нужно будет сменить 1/3 воды, снова добавить это лекарство. Ну, в общем, потом будем продолжать. Я очень надеюсь, что это лекарство поможет. Вот. Не знаю, из-за чего это вызвано, эта инфекция, что произошло, но говорят, да, у рыбы снижается иммунитет, бывает такое, потому что это вызвано инфузорией, и такая инфузория, она водится практически в любом аквариуме, просто если какое-то, может быть, у меня слишком грязно было, может, я давно грунт тщательно не сифонила, может быть, у меня вообще просто перенаселение. Я не знаю, какая была причина. У меня было немножко здесь понижение температуры, но все было в пределах нормы, 24 градуса, то есть это не было слишком холодно для них. Может, с замороженным кормом что-то попало, я не знаю. Ну, в общем, теперь мы лечимся. Также я сменила где-то 1/4 воды, поменяла на свежую, немножко посифонила грунт. Ну и вот добавила это лекарство. Также я подняла температуру воды в аквариуме до 28 градусов. Может быть, она еще немножко поднимется, до 30, наверное, можно. Вот, чтобы жизненный цикл у инфузории быстрее проходил. И быстрее можно было пролечить мою рыбку. Вот так выглядят мои рыбы на второй день лечения. Очень много белых, мелких очень пятнышек по телу у рыб. Не у всех, но у большинства. Вот так вот это все выглядит. Прямо видно отчетливо это все. Вот, второй день подряд я уже лечу их средством. Подняла температуру. У меня сегодня была аж температура 31-32 градуса, если не врет термометр. Рыбки активные, ничего как бы в их поведении не изменилось, но болезнь еще присутствует. Я надеюсь, что мне удастся ее победить. Честно говоря, мне казалось, что уже на второй день лечения им должно полегчать. Внешние признаки должны улучшиться, но этой сыпи стало еще больше на рыбах. В инструкции к этому лекарству сказано, что нужно каждые 48 часов добавлять лекарство в воду. Ой, ну я сегодня, не увидев никакого улучшения, поменяла где-то 1/3 воды и еще раз добавила по инструкции это лекарство.
То есть, наверное, я буду это делать каждый день, пока я не увижу, что болезнь отступает. Еще я увидела, когда пришла сегодня с работы, штук 10 мальков гуппи. У меня выметала вот это вот с красным хвостиком рыбка мальков. Видимо, от того, что менялась вода и повысилась температура, она выметала мальков. И теперь я их даже не могу отсадить в мой отдельный аквариум, где у меня все мальки. Поэтому я сейчас вот... Я сейчас покажу, какой я, ну, отсадник сделала, и прямо в аквариуме у меня будут пока эти мальки жить, пока уже не выздоровеют все окончательно. Вот такой отсадничек у меня есть, и я их туда пересадила, этих малечков будут пока здесь, в общем аквариуме.